Замначальника УБОП просидит еще как минимум месяц. В Казабекбийском районном суде прошло очередное слушание по делу высокопоставленного полицейского. Следствие допросило еще не всех свидетелей. Заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кенжетая Атагулова арестовали в январе по делу 5-летней давности. Адильмурат Маженов уверяет, что еще в 2007 году Атагулов подбросил ему наркотики. А уже 22 марта истекает двухмесячный срок ареста полицейского. Все это время шло следствие. Накануне прокурор попросил суд продлить этот срок еще на месяц, потому что проведены не все следственные действия. В указанном времени не представляется возможным завершить предварительное следствие в силу ниже следующих причин. Установить и допросить других очевидцев задержания Маженова в 2007 и 2008 годах. Проверить на частность совершения данного преступления других сотрудников полиции. Провести судебно-подчерковическую экспертизу. Предъявить окончательное обвинение виновным лицам. Выполнить требования, предусмотренные статьями 273, 280 УПК РК. На заседании самого Кенжетая Атагулова не было. Присутствовали его адвокаты, близкие и сам Адильмурат Маженов. Между тем, судья удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока заключения Атагулова еще на месяц. Адвокаты с решением служителя ФИМИДа категорически не согласны. Если судить с точки зрения Конституции и УПК, суд обязан, не просто вправе, а обязан отменить арест. Поскольку вы присутствовали и слышали, что прокуратура принесла, вернее, руководитель следственной группы внес ходатайство с нарушением срока.